Чего он пытается добиться этим, непонятно. Он, скорее всего, погиб. Ну да, собственно, босс погиб. А, важно тут одеть кольцо богатства. Возможно, вам что-нибудь дропнется. Если есть возможность добить его, то, ну, имеется в виду, если у вас, например, на оружие богатство, то стоит добить его оружием богатства, оружием удачи, чтобы у вас была возможность получить возможность него какой-то предмет. Он сейчас догорит, у него в любом случае нет. Поэтому босс файт, собственно. Всем привет, с вами Андрей. У нас Shatter Pixel Dungeon. Прохождение боевого мага. У нас, собственно, вот такой вот сейф, вот такой вот уровень. И столько вот сил. Вот такие вот у нас способности в данный момент присутствуют. У нас тот маг любит очень сильно долбить нам по ушам. Но нам нечего у него забирать. Единственное, только мы можем золото забрать, ну, либо перековку. Поэтому для нас пока в данный момент нам не актуально. Поэтому нам нужно просто бежать дальше. Давайте посмотрим, где у нас переход присутствует. У нас переход рядышком. А, собственно, у нас босс. Что касаемо текущего босса, вам нужна защита от яда. И, собственно, семечко. Скорости. А у нас 20 энергии она будет требовать, поэтому нам будет весело. А, давайте откроем карту, посмотрим. Просто пробежимся, посмотрим по карте. Вообще, где у нас лучше, где не лучше расположиться. Где... Мы, конечно, в любом случае будем на трех располагаться. То есть нам не дадут возможности особого выбора, поэтому игра нам сама будет подбрасывать. Но факт в том, что... Где лучше всего стартовать будет, поэтому давайте выберем. Ну, в принципе, низ самый оптимальный, я думаю, поэтому давайте возьмем низ. Просто подходим к движущейся опоре, и у нас активируется босс. Собственно, у нас босс ДМ-300. Давайте кинем в него огонь, и он сразу пихнул на себя щит. С щитом мы, по понятным причинам, не деремся, как вы помните. Щит это слишком жестоко. Лишнее хп и так с него сбивать. А если еще под щитом, то он вообще нас заголебет. Поэтому нам нет смысла с ним драться. Ждем, куда это чудо. Он подползет. Вот опять же, видите? Ну, у нас, скорее всего, урона просто не хватит, я поэтому и не хочу особо против щита драться. Получается, конечно, он нам даже здесь одной клеточки не оставляет. Ну, давайте подождем. А тут у него щит же еще. Я что-то тупанул. Сбиваем щит ему. Ну, с щитом драться нельзя ни в коем случае, потому что, ну, нафига вам лишние хп с него сбивать. Ой же ты надоедливый, а. Давайте внимание количество здоровья. А, нам, ну, говорят, нам нужно бежать вверх. Давайте пробежим вверх.
ты натурный, а? Вот опять же, откуда бежишь? Мы же маги. А по понятным причинам нам нет смысла к нему подползать. Давайте подождем. Нам говорят, нам добежать вниз. Бежим вниз. Используем ускорение, чтобы от него убежать. Просто постоим, подождем. Ай, какая же ты гнида, а? На самом деле мы просто тактику неправильно выбрали. Под щитом мы не деремся. А, ну, чисто теоретически, я думаю, что мы все-таки придем либо вверх, либо, собственно, сюда. Сложно сказать, куда конкретно, поэтому давайте просто возьмем зелье исцеления, посадим его и активируем, полечимся. Нам нужно сбить с него 40 хп. Он там за километр где-то. Замечательно. Вот куда тут надо вставать? А теперь разработчик просто юморист, а? Я не знаю, как это тестировалось, но это просто смешно. Я понимаю, что он предполагал, что мы с ним пойдем драться вплотную. Но если мы... Я не хочу, например, драться с ним вплотную. Мы играем в крысу. Нам говорят, что нам нужно двигаться вниз. А как понять, куда нужно двигаться? Вот эти вот, получается, искры, так называемые, квадратики беленькие, они двигаются в направлении туда, куда вам нужно двигаться. Слишком далеко. Давайте постоим, подождем его. Но у нас... Стой! Персонаж решил отдохнуть. На самом деле тут, в принципе, алхимик нам в данный момент не нужен. Потому что мы в большей степени мы в идеале взять кольцо богатства на себя одеть, и также можно перезарядку одеть. Ну, богатство в надежде на то, что хоть нам хоть что-нибудь выпадет с него. Вот так. А вот. Ну, по понятным причинам, в газе мы драться не сможем, поэтому не стоит даже пытаться. Так ты издеваешься? Какой газ странный, как-то он частями исчезает. На провода, которые оголенные, собственно, которые с искрами, не стоит наступать, потому что у вас шансов выжить в этих проводах будет не очень много. Класс. Давайте его подождем. Ну нахрена ты газ-то включаешь, а? Я же рядом с тобой стою. Что ж ты такой никчемный-то, ну? Я понимаю, когда я тебя за километр. Другое дело, а я сейчас вплотную стою, и ты включаешь газ. На самом деле, мне не до конца понятна его тактика. Потому что я вроде стою за вплотную к нему, а он включает газ.
чего он пытается добиться, этим непонятно. Он, скорее всего, погиб. Ну да, собственно, босс погиб. А, важно тут одеть кольцо богатства, возможно, вам что-нибудь дропнет. Если есть возможность добить его, то, ну, имеется в виду, если у вас, например, на оружие богатство, то стоит добить его оружием богатства, оружием удачи, чтобы у вас была возможность получить возможность него какой-то предмет. Он сейчас догорит, у него в любом случае нет, поэтому босс-файт, собственно, закончен. Да, нам дропнуло зелье, обратите внимание, это зелье Холода. Как говорится, за все наши старания нам что-то с него дропнулось. Ну и на том спасибо. Нам бы одеть кольцо энергии. Ну, я думаю, мы с вами на этом пока закончим. Всем с вами был Андрей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.